лишь не смолчу. Учусь, как чайка белая, далеко улечу. Татьяна Пельцер была фантастически популярна в преклонном возрасте. Она, пожалуй, единственная из советских актрис, которую зритель никогда не видел молодой. Хотя Пельцер было всего немногим за 40, когда стала складываться ее актерская карьера, она сразу начала со старушек, мгновенно прославивших ее на весь Советский Союз. И в театре «Линкольн», где Татьяна Ивановна провела последние 20 лет своей жизни, у нее с первых дней появилось прозвище «Бабушка». Помимо работы в театре, Пельцер постоянно снималась. В больших картинах, в фильмах поменьше, в «Ералашах», в «Петелях», даже озвучивала мультфильмы. Роли чаще были эпизодические. Но уже при жизни Пельцер стала живой легендой отечественного экрана. Миллионы зрителей обожали ее как родную. И только самые близкие знали, какой ценой этой вечной бабушке давался ее экранный образ.